Здравствуйте, дорогие друзья! Приветствую вас на нашем канале. У нас очередной обзор. Сегодня у нас на обзоре самый первый люксовый полноразмерный джип. Но не конкретно этот, а его как бы первое поколение, которое было выпущено в 97 году. Они являются как бы законодателем вот этой моды больших люксовых джипов, таких как там GL, там BMW X7, вот то, что сейчас только начали как бы выпускать, люксовые огромные внедорожники. Вот американцы еще в 97 году до этого додумались. Конечно же, вы скажете, а как же там Range Rover тех годов, либо, допустим, тот же самый Lexus LX470. Но у них есть существенная разница. И заключается эта разница в размерах. Потому что те тачки в те годы, они были существенно меньше, чем этот автомобиль. Наверное, самое заметное, вот бывает же в каждой машине какая-то фишка, что вот когда ты там показываешь знакомым, там, друзьям, и вот которая вызывает такой вау-эффект. Вот. В принципе, на джип со всех сторон смотришь, он такой, ну, как сказать, обычный американец такой, да, огромный там, много очень хрома здесь, там, спереди, диски хромированные. Но у этого джипа есть такая небольшая фишечка, она вот так вот в закрытом состоянии, ее практически не видно. Но когда вы открываете дверь, делает она вот так вот. То есть, как на дорогих люксовых тачках, таких как Range Rover. Но здесь исполнение мне, например, нравится больше. Диски. На машине завода стоят 20-е диски, причем хромированные. Вообще, я когда был в Америке, я не знаю, до этого вам говорил или нет, я ездил как студент по обмену на несколько месяцев, там, в общем, работягой был. И вот на этих тачках в основном, именно на компании Lincoln, у них очень консервативная публика. И ездят люди, которым там за 60, за 70, вот такие. И, в принципе, вот это хромированные диски, это здесь стоят не из-за того, что вот там нигерская какая-то машина там либо предназначена для рэп-видео. Нет, здесь хромированный стоят, потому что это, как говорится, отдали дань уважения прошлым моделям. Вы же все знаете, что американские машины, они всегда славились обилием хрома. Так, про заднюю часть автомобиля. Я извиняюсь, если вот чуть-чуть будут помехи, ветер здесь дует, но обзор, блядь, снимать для вас надо, елки-палки. Чтобы потом вы мне не писали в комментариях, блядь, что за тип там, что за обзор, он снимает, да пошел он. Вот, ради вас стараюсь. Значит, про заднюю часть автомобиля. Гигантские просто фары на предыдущем кузове, они были вот так вот и не настолько массивно выглядели. И в целом, если говорить про задок, ну, мне, например, нравится. Шикарно выглядит из-за того, что они такие большие и массивные. В принципе, и она сама, вот как бы по задней части сразу даже издалека видно, что это просто гигантский автомобиль. Мы, кстати, в этом видео будем часто говорить слово гигантский, потому что, ну, а что еще сказать? Динамические характеристики автомобиля, не сказать, что какие выдающиеся. Единственное, за что эту тачку скорее всего будут покупать, это, конечно, за ее размеры. Здесь, кстати, отдельно вот так вот стекло тоже открывается. Обычно кнопка находится всегда вот здесь, ты как бы, ну, нажал ее и не боишься, что она тебя прибьет. А тут она находится вот здесь, и здесь нужно такая, чтобы вот хоть машина для стариков, но чтобы у тебя была достаточно такая реакция мангуста. Так вот нажимаешь и, короче, опа, и соскакиваешь. Так, если говорить про размеры автомобиля, я просто не знаю, как бы камера передает размер автомобиля или нет, то он по размерам, в принципе, больше, чем вот все тачки, которые мы привыкли. Там 200-ка, там 570-й Lexus. Эта тачка реально огромная. И стоя вот рядом с ней, вот, ну, ты реально, как сказать, это видно невооруженным глазом. Наш видос превратился в этот, в приключение. Здесь у нас, походу, тропический тайфун намечается. Короче, соскочили мы от этого ветра в тачку. Ветер так дует, что аж Линкольн шатается. Такое ощущение, что мы не в Осетии снимаем, а вот где-нибудь в Техасе или где у них там вот в Америке ураганы бывают. Короче, американская тачка с собой американскую погоду туда принесла. Сейчас поговорим про салон, я вам покажу фишечки этого автомобиля.
Одно из таких крутых фишек у этой тачки, мне больше всего вот что понравилось, когда вы в салон садитесь, это консерватизм. Публика там, которая именно линкольны покупает, они в основном люди в возрасте. Там у них даже, знаете, как есть Cadillac, допустим, Escalade, это для молодежи, для всяких нигеров, рэперов и так далее. А вот Линкольн, именно навигатор, это берут такие люди, именно патриоты. В Америке, кстати, вот это слово патриотизм, это там не как у нас, там все вроде бы патриоты, однако, айда дружно этот парафинить АвтоВАЗ. А там на самом деле, он никогда, есть такие много очень людей, которые вот за свой автопром топят. Значит, консерватизм в первую очередь, что вот бросается в глаза, центральный щиток приборов. Он здесь взят вот прям из 70-х годов, из какого-нибудь Линкольна Таун Кар, один в один, вот врубленные формы, простые шкалы, даже подсветка такая в ретро-стиле. Такое дизайнерское решение, но не скоро устареет. Дальше переходим мы к общей архитектуре салона. Я и когда готовился к видосу именно по этой машине, я посмотрел и первое поколение, и второе, как бы и третье, и самый новый навигатор, самый новый, это вообще там звездолет, там такие сиденья на нем крутые стоят, которые, наверное, самые лучшие считаются сейчас в автомобильной индустрии. Они мультиконтурные, там полностью можно сиденье так под себя настроить, что BMW-шникам вообще, короче, и не снилось. Значит, это третье поколение, оно очень сильно напоминает второе поколение. Вообще, я думаю, что они особо как бы заморачиваться не стали, поменяли чуть-чуть кузов, а мотор, как бы даже вот передняя торпеда, она практически идентична второму поколению. Единственное, третье, оно более сдержанное. Здесь еще и как вот вообще говорят, я отзывы тоже читал, оно более надежное. Во втором поколении они очень сильно там экспериментировали с различной электроникой, она часто сбоила и делала, короче, мозги своим хозяевам. А вот в третьем поколении как бы это более доработанный автомобиль, если, допустим, уже брать какой-то вот из них выбирать, то лучше же, конечно, брать третье поколение. Тем более оно внешне, ну, мне намного больше нравится. Очень симпатично джип, конечно, выглядит. Большие вопросы, конечно, же вызывает во всех американских автомобилях, это качество материалов. Когда ты сидишь в салоне, видишь общую архитектуру, вот эти все ручки открывания двери с надписью «Навигатор», общее, вот тем более у нас такое в светлом исполнении, вот эти деревянные вставки, то, ну как сказать, ну выглядит очень все круто. Вот реально все выглядит очень круто со стороны прямо этот. Но когда ты начинаешь, как говорится, в деталях изучать салон, то твоему взору предстает то, что здесь очень много серебристого пластика, там просто покрашенного, как в солярисах, который там в местах, где часто соприкасаются руки, он протирается. Ручки открывания дверей, они, блядь, пластиковые. Вот это вообще караул. Вот на моем старом Мерседесе они и то железные. А здесь они вот пластиковые, их просто захромировали, какое-то такое тоненькое напыление, но когда ты ручку открывания туда-сюда как бы, ну, дергаешь, это чувствуется руками, что она пластиковая. И это, конечно, большой минус. Про остальную как бы торпеда, она вроде, да, сделана из soft-touch пластика, в принципе, мягкая все, но не сказать, что вот сама текстура вот этого всего сделана добротно. То есть, как бы, знаете, тачка вроде бы и люксовая, у нее люксовые фишки, много хрома, хромированные диски, выезжающие пороги, там крутая аудиосистема, там часы на приборной панели, но при этом качество материалов такое же, как вот в Фордах. Вот такое же. Единственное, может быть, вот вставки под дерево меня, конечно, вот сильно удивили, потому что вот я на него присматриваюсь вот туда-сюда его этого, вот это как не смешно, но дерево здесь реально настоящее. Это реальный шпон, даже вот здесь вот текстура. Если вот так вот потрогать, вот здесь вот этой планочки нету, здесь специально она закрывается, ее нету. Вот с этой стороны, если потрогать, и даже вот здесь по слоям видно, что это настоящее дерево. И даже вот здесь вот текстура, она как бы везде разная. Вот эти вот вставочки, вот это все под дерево сделано. То есть не под дерево, это настоящее дерево. Но вот сюда бы они чуть-чуть еще добавили, вот к чему у меня больше всего вопросы, это вот к этому. Ну вот это что за хрень, вот понимаете? Если вы вот это уже деревянное сделаете, все, пусть эти кнопочки там будут даже хрен с ним пластиковый, но не такие светлые там вот с этой серебрянкой, потому что она вот в это вот превращается. А так вот визуально, если на салон смотришь, ну он просто офигительно выглядит. Еще один, допустим, недостаток, который мне лично не понравился, рычаг переключения.
включения передач. Здесь нет вот этих ограничителей, как на Мерседесе. И непонятно, ты на какой скорости. Нужно постоянно как бы смотреть на саму шкалу. Ты на D едешь, либо ты на третьей. Обычно всегда проскакиваешь. Это тоже не очень удобно сделано. То есть, да, она редкая. Да, это серыми дилерами как бы пригнанная. Но все равно, елки-палки. То это хотелось бы, конечно, сюда побольше люксовых фишек. Движок здесь 5,4 литра, 304 лошадиные силы, естественно, V-образная восьмерка. Мотор просто в этом подкапотном пространстве микроскопический. Вот там где-то, наверное, сантиметров 40 от вентилятора до радиатора. Я вообще первый раз в машине вижу, что такой маленький как бы мотор здесь стоял. Но тачка огромная. Я же говорю, вот видео, наверное, не передают. Да и я сам, когда про нее читал, даже обзоры другие смотрел, мне казалось, что машина будет меньше. Но когда мы его сейчас с мойки забирали, я просто офигел, когда сел в салон. Здесь еще посадка такая. Вот вы едете, вот я не знаю, она передает. Здесь оконная линия низкая, вот эта оконная линия низкая, зеркала огромные, вот здесь еще есть вот этот такой массивный мускулистый капот, и самое смешное, вот у меня сиденье как бы вниз придвинуто, но тем не менее все видно, вот вы выше панели как бы сидите, и по ощущениям вот это с правой стороны пространство, вот оно вот как у вас на камере, вот приблизительно для меня оно вот так же, вот я сижу приблизительно вот так вот, вот здесь, то есть здесь еще один спокойно мог бы поместиться человек, если бы здесь был такой, как диван, такое сиденье. По мотору, если говорить про какие-то его болячки, про какие-то недостатки, либо там про коробку, я тоже не буду. Не потому, что там, во-первых, мало информации в интернете, это раз. Во-вторых, здесь стоит практически тот же самый мотор, который стоял в 97-м году. Там тоже стоял 5,4, только там было 238 лошадей, здесь 305. Его как бы чуть дорабатывали, но по сути это тот же самый мотор. В этом есть и плюсы, и минусы. Плюсы в том, что это реально неубиваемый американский такой вот, как сказать, стопорорубленный мотор, которому ни хрена вообще не будет, только масло в него доливайте там, я не знаю, за какими-то минимальными этими ухаживайте, и все будет, короче, у вас зашибись. То и ему вообще как бы этому мотору по барабану. Коробка, соответственно, точно так же. Она с предыдущего поколения стоит, и в принципе, если ее не насиловать, эту машину, она и не располагает к тому, чтобы вы ее насиловали, то при спокойной такой езде она очень долго как бы вам прослужит. И по технической стороне здесь вот сказать, что есть какой-то косяк, вот этого нет. Это тоже как один из плюсов к потенциальной покупке. Другой момент — это расход топлива. Расход топлива тоже, знаете, как вроде бы объем 5,4 и мотор не совсем новый, но средний вот у нас показатель, мы допустим сюда ездили с кондиционером, со всеми делами, показывает 23 литра. Как бы для такой машины много это или мало, это уже судить вам. Если ее, допустим, переключить там на задний привод, и они, кстати, задний приводный тоже только были, потому что, я же говорю, это городской семейный такой вот внедорожник, он вообще не предназначен для бездорожья, вообще не предназначен. И у них бывает расход в среднем там литров, наверное, 17. То есть здесь, если, допустим, вы просто задний привод включите, он как бы передний подключаемый, можно чисто на заднем месте, то, в принципе, в те же литры можно уложиться, то есть там будет 17-18 литров, и это уже достаточно такой нормальный расход. К тому же, так как это американец, который по паспорту питается в 92-м бензином, сюда вообще легко... Вот на раз залетит газовая установка, и в принципе тогда вообще как бы эксплуатация в плане топлива, она будет достаточно бюджетной. Ну и по мотору у нас, собственно, все. Сейчас поедем и прокатимся. Дождь, конечно, испортил нам обзор сильно, я только начало успел как бы подснять. Ну, надеюсь, все равно видос вам понравится. Вот из всех машин, допустим, на которых я ездил, даже вот у нас, ну, в семье у отца есть этот Sequoia Toyota. Это, конечно, больше всех. Да и на 200-ке ездил, в принципе, и на 570-м, но вот это по ощущениям, она просто какая-то гигантская. И обзорно здесь просто феноменально. Я не знаю, как они это сделали, но вот капот прям, вот вы его габариты полностью чувствуете. Огромный вот такой этот автомобиль. Ну, по идее, типичный америкос. Но единственное, у него вот момент... Да, валится он все равно, тяжелый.
тяжелый. Я смотрел, там тоже вот обзоры были, еще что-то, типа, вот он там как-то рулится, короче, не рулится, блядь. Куда он нахрен рулится? Вообще, не дай бог, вы на этой машине там задумаете куда-нибудь в поворот, короче, ввинтиться. По цене, если, допустим, говорить машины, вот, кстати, потенциальный, допустим, покупатель, они по-любому ее будут выбирать. Вот, ну, условно говоря, кому на 200-ку не хватает, причем прилично не хватает, а вы хотите, тем не менее, большой автомобиль иметь, эта тачка, я думаю, удовлетворит все ваши потребности. Да, конечно, она будет чуть менее надежной и менее проходимой, точнее, вообще непроходимой по сравнению с 200-кой, но именно вот по городу ездить на большой комфортной машине вот и за такие деньги, в среднем я смотрел, они по рынку стоят растаможенные. Ну вот хороший вариант где-то 1 300 000, и всего, ну, растаможенных, я сколько смотрел, их 10 машин в России. Вот именно такое, третье поколение, Дорест, их всего 10 машин. Самая из них, которая была, короче, дорогая, она стоила, по-моему, 1 300 000 или 1 400 000. И у нас же армянский вариант, честно, я даже не знаю, сколько он по цене стоит, но судя, если по рынку, допустим, сравнивать, то приблизительно, я думаю, до 1 000 000 она будет стоить, ну, армянская, причем в хорошем состоянии. Вот хороший состояние, как бы считается. И как бы, ну, до 1 000 000 рублей такой вот аппарат, там даже думать не стоит. Очень бомбово. Если бы он стоил там 5-6-7 000, то да, как бы чуть-чуть где-то как-то вот эти, то, что я вам говорил, моменты, там серебристый пластик, вот эти все другие дела. А вот за такие деньги и свежий достаточно автомобиль, это просто подарок. Я, наверное, часто говорю про свои видосы, что это подарок, не подарок, но, как правило, вы же видите, я стараюсь подбирать такие машины, которые, вот как сказать, можно ее смело назвать выгодная покупка. Вот это реально будет выгодная покупка. Насчет понтовости тоже, если, допустим, говорить, ну, как бы мы же в России как бы живем, если именно вот с такой стороны смотреть, типа понтовая эта тачка, либо не понтовая, ну, как сказать, она достаточно редкая. Недостаточно, а капец какая редкая. Если вот куда-то там на серьезные движухи ехать, то говоришь, что ты на Линкольне, то это даже звучит как-то классно, вот понимаете? То есть вопросов в плане крутости быть не должно. Очень приятно едет, шумка, но хорошая. Единственное, что вот, ну, слышно, это вот гул колес, но получше, чем, допустим, в 200-ке здесь шумка, это однозначно. Ну и все, в общем, подходит к концу наш обзор. Едем вот отдавать автомобиль его владельцу. Машина мне, например, понравилась. Мне все машины нравятся, которые я тестирую. Но больше всех, конечно, нравится та, которая моя. Вот лучше 210-го Мерседеса. Ни одной машины в мире нет. И пусть каждый автолюбитель думает именно так. Да, крутым машинам стремиться надо, вот таким вот большим, американским, с дисками и так далее. Но всегда нужно любить свою тачку. Своя тачка – это самая любимая, самая хорошая. И когда ты будешь именно вот так вот к своему автомобилю относиться, он у тебя и ломаться не будет, и все ты будешь вовремя делать, и ты будешь с этого автомобиля кайфовать. Так что такие вот дела. В общем, тогда увидимся в новых видосах. До новых встреч, пацаны, пока. Еще дополнение к нашему видосу. Сейчас вот хозяин подошел, я так с рук сниму. У них, короче, бывает такая проблема, что вот задняя крышка, она окисляется. Но это пусть вас не пугает, потому что у машины задняя крышка сделана из алюминия. И, в принципе, разница между, допустим, железной крышкой и алюминиевой, то в алюминиевой вы ее можете просто как бы зачистить и покрасить, и как бы там не надо прям всю эту ржавчину вытравлять, хотя это не ржавчина, это просто окисление. Выглядит это просто как вот вздутие такой краски, это почти что на всех вот этих, короче, навигаторах бывает, и при покупке, чтобы вы как бы это знали, что этот. И еще один такой момент, у них капоты, они, короче, карбоновые, двухслойные, я вот с этого офигел, они сами как бы не знали, но вот одну из таких машин ремонтировали. И говорит, мастер ее, когда зашкурил все, оказалось, что капот карбоновый. Ну, это, в принципе, видно, когда по ней стучишь, он такой вот. То есть все моменты, которые у этого автомобиля могут засвести, они же американцы, ну, любят, чтобы у них машина ржавела. Как бы здесь вот это все моменты учтены. Единственное, зачем здесь следить нужно будет, это за рамой. Ну, тут рама, конечно, в порядке, она вообще в идеале. Просто в идеале.
Это, кстати, машина с Японии. По цене тоже я как бы не ошибся. Она стоила в районе миллиона, им обошлась. Ну, за лям, чё, блядь, охренительный автомобиль.